В общем, меня отдали в детдом, и там грубо со мной очень обращались, все меняли, так, ну, очень было все плохо. И я страдал, хотел любви, и так все жил вот с этим, с этой тоской по любви. Потом однажды, случайно, вокруг меня стала летать бабочка. И в ней было так много счастья, так много любви, так много света. Я как будто что-то вспомнил. Может быть, я вспомнил вот это вот существо, которое приходило ко мне и сказало: «Я любовь, я свет, я счастье». И я говорю: «А где мне это найти?» А она говорит: «Ой, это сам давай разбирайся». Но когда я увидел эту бабочку, я как будто вот почувствовал вот эту свет и любовь, и я говорю: «Сядь мне на руку». И она села, и я почувствовал меня своими крылышками, как будто погладила. И это именно то прикосновение, которое я искал. И как будто внутри что-то... Я не могу сказать, что я прям обрел счастье, но вот какая-то надежда, как будто, ну, еще не понимание, да, еще не ощущение, но что-то... Понимаешь, да? Да. Как будто что-то начало... оживать внутри и просыпаться. Да. А дети, они, кстати, быстро переключаются. Они ищут это счастье. Они как будто бы вот маленькие, они вот пришли в этот мир, как будто бы вот сейчас вот настроены искать это счастье во всем. Они быстро переключаются. И они ищут какое-то действие. Там им нужно поиграть. А давай вот слушай, друган, давай с тобой в кубики поиграем. Давай вон там тебе это, смастерим машинку, а давай из стула сделаем вертолет. Дом, да. Слушай, а давай вот там вот лежат конфетки. То есть там вот это «а давай» все время, да? А давай. Ну, что-то началось.